Китайский профессор политологии открыто отказался от своего членства в коммунистической партии. Соответствующее заявление Джан Сюэчжун разместил в своем микроблоге. Впрочем, очень скоро запись была удалена цензорами. То, что публикация действительно была, подтверждает адвокат из Гуйчжоу Ван Чжаои. Его микроблог заблокировали. Но я видела другие сообщения в его микроблоге. Да, но разве вы не заметили, что оставшиеся сообщения были опубликованы намного раньше? Его заявление о выходе из партии было опубликовано вчера, но вскоре его удалили. Ван Чжаои считает, что отречению профессора Джана от членства в партии предшествовали долгие раздумья. 7 сентября профессор написал в своем микроблоге, цитата, «Образование должно не только помогать людям получать экспертные знания, оно должно помогать им развивать здравые, терпимые и добрые качества характера, поэтому правительство не должно вмешиваться в образование». Конец цитаты. Джан Сюэчжун продолжил, цитата, «Граждане не могут чистосердечно поддерживать страну и быть ей верными, если она не может гарантировать достоинство, свободу и безопасность каждого человека посредством честного и обоснованного политического устройства. В противном случае никакое внушение и никакие поучения не предотвратят развала, который навис над страной. Сердца людей никогда не завоевать насилием и ложью». Конец цитаты. Профессор гражданского права Джан Сюэчжун работал в Восточно-Китайском университете политологии и права. Недавно его отстранили от преподавания курсов для абитуриентов, поскольку он открыто поддерживал кампанию гонконгских студентов против так называемого патриотического образования, навязанного Гонконгу Пекином. Джан прокомментировал решение руководства университета в своем микроблоге. Цитата. «Лидеры университета, вашей главной задачей должно быть сохранение свободы мысли, свободы университетской среды и свободы самовыражения преподавателей. Главное это, а не помощь политическим силам в ограничении свободы слова и подавлении диссидентов. Я надеюсь, что свое решение вы приняли, согласовав его со своей совестью, и оно сможет выдержать испытание временем». Конец цитаты. В 2011 году профессор Джан Сюэчжун в открытом письме обратился к министру образования Китая с призывом отменить экзамены по политическим дисциплинам при поступлении в колледжи и вузы. Джан призвал исключить из основной программы университетов предметы о марксизме и теориях Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. После этого руководство университета, где работал профессор, сообщило ему, что не может продлить с ним контракт. Джан Сюэчжун – один из 123 миллионов китайцев, которые заявили о разрыве своих связей с Коммунистической партией Китая и ее дочерними организациями. Массовое движение по выходу из КПК называется «Туйдан». Оно началось в 2004 году, после того, как газета «Epoch Times» опубликовала серию редакционных статей «9 комментариев о Коммунистической партии». В ней перечисляются преступления партии с момента ее основания, а также проводится глубокий анализ ее сущности.